Этот протокол соответствует действительности. У Брауклина действительно сегодня полная скамейка. Во главе с Владом Череватским, во главе точно так же. То есть сегодня вся обойма присутствует. Вот. Если говорить о Миннесоте, то у них сегодня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, Миннесота, я думаю, Павел Егоркин в первую очередь, с чего начал вообще строить свою Миннесоту, так это с игры в защите, и Миннесота славит. Ну и помимо прочего, Череватский Влад еще, я так, ну, играл с ним, это, конечно, не сказать, что много, но вот, например, взять в случае понедельника, когда с ним сегодняшнюю игру ставишь, помимо того, чтобы победить, какие, что ты можешь сказать по прошлой игре в Golden State, какие у тебя там такие, знаешь, осечки, протечки есть в команде, которые бы ты хотел в первую очередь устранить? Ой, из угла пока прилетает треха, вот Миннесота. Так, я сейчас присмотрюсь к игре. Я, как понимаю... Так, сейчас, я пока не понимаю. Не в оптимальном составе, самое главное. Голда пока переживает, ну, я бы не сказал, что кризис. Они скорее перезагрузку уже начали испытывать. Начинает на себя перетягивать. Ну, ущерб немного, начиная действовать. Но, с другой стороны, он может и при этом так сильно достаточно опередить. На опережение, так сказать. 12 счет. В целом, пока достаточно спокойная, равная игра. Пока, я бы сказал так, пристреливаются, принюхиваются соперники друг к другу. Говорит ли о том, если я, конечно, ничего не путаю, что Бруклин начал усиляться? Карасёв! Это Александр. Бруклин начал усиляться? Карасёв! Это Александр. Вот это Александр. Ювелирный бросок Александра. Александр ювелир. Ой, Бондарев. А теперь Бондарев Сергей отвечает. Перевисел он по высокой дуге сейчас своего оппонента. И последняя минута пошла. Ответка сразу прилетает от Константина Зубкова. Вторая. Да, Паш, все-таки твои успевают. Я наконец-то сделал такой неплохой перформанс. О, сейчас хорошо разыграли. Не сбивает, мне кажется, нужно пробовать вообще пользоваться этим моментом. Вот, сейчас хорошо стянули, открытая трешка. Но Бруклин что-то упорно и активно никак не попадает, но... Блять, Саша, на... Наверное, вообще один из самых атлетичных игроков лиги. Очень быстрый, юркий. И, короче, за счет скорости будет переходить чужую половину. Череватский с разворота. Ой! Итак, пока Бруклин по-прежнему остается в игре, они дальше так Миннесоту не отпускают. Сейчас раз немного прижали в защите. И мячи забитые есть. Я вот этого что-то давно уже не припоминаю. Ни Панфилов, ни Зорин, ни Труфанов у них пока не получается. Ну, может, сейчас... Вот. Бондарев грузит краску на Козлова и открыто на первом шаге уходит. И что в итоге? Ну, хотя как не получается. До этого, мне кажется, он 2 из 2 попал. И поэтому достаточно... Ну, опрометчиво с моей стороны говорить, что опять... О, а вот теперь это придет. Губка Боб. Короче, я понял, что в Соколе не надо... Сейчас нормально слышно, Лень? А, ты имеешь в виду тех наушников? Ты же знаешь. Я за справедливость всегда. Да, о, Бондарев! Так, сейчас вот Карасёв. Ой, это не Карасёв, это еще Бондарев. Так, а это сейчас пытается порвать. Создать себе пространство для броска Зубков. Ай, не прошла, забегающая передача. И Зорин пытается порвать сейчас. Ой, в итоге мяч сохраняет на Панфилова, он скинул мяч.
Так, а Череватский смеется. Влад с этого всего. Так, пытается пройти за Безану. На длинных шагах отодвинул соперника. Ой, вылавливает сейчас мяч. Проспали под кольцом сейчас. С Бондарева Сергея. Так, а это Бондарев Сергей с мячом. Через Бондарева Сергея бросалось немного забить ему. Возмущается Влад, почему не фол? И уже Панфилов в ответной атаке за то. Повезло, не подфартило немного ему. Так, а теперь посмотрим статистику Миннесот. Забивает второй штрафной сейчас Зубков Константин. Вот, у Штраус. И ты при трех перехватах. И у Прокопенко Евгения 8 очков тоже, кстати, достаточно много. На Козлова, не в Козлов не смог выловить этот мяч. И вот сейчас нужно забивать, но мне кажется, пас этот лишний был. Не решился, такое ощущение, как будто боится. Нет. Прокопенко дальше на Труфанова пытается продавить, но в итоге стал изворачиваться. Но третьей волной уже. Уважаемые телезрители, 12 человек, кто нас смотрит сейчас, как думаете, есть ли еще какие-либо шансы у Бруклина вернуться в игру и закомбэчить еще? Сейчас Артем Панфилов подарил эту возможность, и ввиду того, что отсутствует основной центр, есть возможность закомбэчить. Посмотрим, насколько Бруклин есть возможность закомбэчить. 2 минуты до конца. Ой, Бондарев засасывает мяч. Заключительная четверть. Кстати, Никита Долгов, такой у тебя вопрос. А куда ты пропал с линии обозрения, БЛ? Что-то я тебя давно на играх не наблюдал. Понял, Никит. Ой, дошел сейчас. И сверху уничтожил сейчас. Зорин на дриблинге. Отличный ее дриблинг. Труфанов дальше. Но его и плохая передача была в итоге. Ой, смак! Дайте, где надо. 12 очков. Кто мог подумать, что Бруклин будет претендовать на то, чтобы вернуться сегодня? Череватский вот сразу буквально. Так, 11 очков осталось всего лишь разница. Прокопенко через Череватского. Череватский с прямыми руками стоял. Но Прокопенко возмущается и снова быстро отрыв. Суета прямо чувствуется. Не могут они себя взять в руки пока. И что в итоге Череватский... Вот, камбэк пода 7:27 до конца четвертой четверти. Бруклин, Миннесота, нас ожидает жаркая концовка, судя по всему. Панфилов сел за 2 технаря. Забивает Терехин, минус 8 делает. Так, а давайте пока обратимся к общей статистике, что по процентам у нас. Бруклин, кстати, у них гораздо выше обязательной потери сейчас была. Итак, 7 очков. Дорогие телезрители, пишите, вернется ли Бруклин сейчас в игру, закамбэчит ли. Зорин повышает снова процент. Не забивает. Это ж... О, да, ребята, ничего не скажешь. Ну, хоть один удалось-то забить. 9 очков. И подбор от Влада Череватского. Все-таки верят они еще, возможно, то, что можно выиграть. Терехов. И мне казалось, что с контактом. Бруклинцы поняли, что у Бондарева сегодня не особо штрафной идет. Но один из двух забивает. 8 очков. Разница. Тайм-аут берет Бруклин. Так, последняя минута пошла. 8 очков. Разница. Нужно как можно быстрее тогда проводить атаку Бруклину. Со средней решается и забивает! И один из двух, Невтоди Зорин, забивает. Гордеев, Петя. Не! Ай, возможно, это все... И Зорин, все, это все издевательски. Зорин сейчас забивает. Забивает. Гордеев, может... Все, о, нет, от забора Гордеев. Хладнокровно. 7 очков оставляя гандикап в пользу Миннесоты. Но забивает только один. И Зорин боролся до конца. Конечно, немного не хватило. Ой, трёха прилетает сейчас, и 6 секунд, и сразу фалят. Бывает всё-таки первый штрафной Зубков Костя, и это теперь уже окончательный, думаю, вердикт. Да,